Яркая узнаваемая манера самарского художника Вадима Сушко позволяет сочетать в одном произведении черты экспрессии и яркой декоративности. Такой синтез наделяет работы зарядом бодрости и позитивных эмоций, которые невозможно не прочесть. Очень понравилась выставка. Наверное, по большей части разнообразием красок и сюжетов. Я люблю, когда все ярко, разноцветно и есть какая-то идея, задумка, и она понятная. Из 85 лет жизни Вадим Сушко 60 лет посвятил творческой деятельности. Именно к этим памятным датам приурочена выставка, открывшаяся в Самарском областном художественном музее «Художник на празднике жизни». Здесь представлены многочисленные работы Вадима Викторовича, созданные в разные периоды творческой жизни. Если мы вспомним нашу историю, 50 лет назад открывалось художественное училище, и он был во главе этого открытия. ГМК-62 – это такое яркое объединение талантливых людей начала 60-х годов, и у стоков стоял Вадим Викторович Сушко. Сушко – это наша история. И вот так приятно, что эта история рядом, что он работает, он живет, он радуется. Один из самых ярких периодов творчества пришелся на время хрущевской оттепели, когда Вадим Викторович входил в группу художников-шестидесятников ГМК-62, чьи работы производили сильное впечатление своей новизной, свежестью и выразительностью языка. Молодые художники открывали для себя и публики своеобразие и красоту древнерусских городов, соборов и монастырей. Некоторые из этих работ были представлены в Самарском областном художественном музее на выставке «Художник на празднике жизни». То, что здесь представлено, это одна сотая, если не тысячная. Все в основном у меня еще осталось в мастерской. Я уже 44 года живу в Винновке. Ну как живу? Купил дом и летом я там. Особое место отведено винновским работам Сушко. В последние десятилетия художник каждое лето отправляется поближе к Волжским берегам. Здесь из-под легкой руки Вадима Викторовича выходят не только пейзажи. Его интересует все, что характеризует народный быт. Гуляние на Масленицу, выходная банька, вся культура российской глубинки. Художник талантливо рассказывает об этом зрителю посредством искусства. Познакомиться с творчеством Вадима Сушко можно до 23 июля. Александра Гусева, Константин Головин. События.